Власти американского Сиэтла взялись за знаменитую стену со жвачками на здании театра Park Place Market. За два десятилетия лепнина из жевательной резинки заняла пространство высотой более 4 метров и толщиной 15 сантиметров. Представители коммунальных служб пообещали очистить стену. Стоит отметить, что в 1999-м здание попало в список туристических объектов Сиэтла, причем не за спектакли, а как раз за жевательную резинку, которую зрители лепят к стене, стоя в очереди за билетами. Работники театра несколько раз предпринимали попытки избавиться от лепнины своими силами.